Всем привет, друзья! С вами доктор Зак, и мы сегодня поиграем в игрушку под названием Монзо. Посмотрим. Что? А. Господи, ну это для дебилов. Ну я знаю. Так, стой. Нужно, ребятки, сделать так. Во, готово. Теперь вот это. Так. Так. Так, интересно, что мы за машину собираем? Так, теперь колеса. Реально прикольная такая, даже не игра, а как симулятор сборки тачек и не только. Ой. Так, шины. Это у вас. Трис. Для тех, кто увлекается машинами, а я увлекаюсь, можно понять, как эта система вся работает. Так. Пока выясню. Так. Вот так. Теперь поворачиваем машину. Нет, не здесь. Вот. Угу. Так, теперь вот это. А чё они синие, все остальное черное? Это так круто, наверное, да? Ну, тоже считаю, уфы. Нифига себе. Так. А, ну, я уже понял, мы Дошвайзер делаем. Фары. Сразу по бамперу понял, что это вайпер. Да вас. Так. Задний бампер. И задние фары. Так, и что у нас еще осталось? Руль. Как же без руля? Это куда? Это вот сюда. Это вот так. Это сюда. Сюда. Так, это... Стой. Это куда? Это что? Это куда? Сюда? А куда это? Так, стопэ. А, все, понял. Вот. И последние сиденья. И вот. Все, машина готова. Больше не спрашивать. Покрасить.
Все, я это понял. Я хочу не такой. Я хочу. Не, стой. Давайте сделаем здесь белым. А в округе. Все сделаем красным. Вот так, вот так. И тут белое. Ну, хорошо. Наклейка. Даже не знаю. Не, я не буду это делать. Это... Ну, номер неудобно ставить. Поэтому обойдемся без номера. А нам говорят, надо. Говорят, внучок, надо. Ну, нормально. Что у нас тут? Ну, вот так. Все. Крутяк. Готовченко, ребятули. Готовченко. Теперь в магазине, это наш магазин, ага, в нем много отличных моделей, как раз для тебя. Что? 11 модель. Ну давай. Что это за фигня? А, это подключение. Ну, разрешить, окей, мне это не навредит. Поэтому... Вау! Это покупать надо. А, то есть тут что, все платное? Да ну. А это что еще? А, это просто магазин. Строить. Это просто магазин какой-то. А строить, я так понимаю, можно все? Нет? Ну, окей. Все. Просто, ну, все платное. Как-то слишком всего мало. Нет. Вот так. Это здесь. Вот так. Еще. Куда? А. Вот. Готово. По-моему, где-то здесь. А вот так. Так, дальше, значит, что нам надо? Вот это. Сейчас. Все.
Хорошо. Это куды? Ладно, давайте пока другое. И это последнее, что нам. Во, нашел. Тебя куды? Куда тебя засовывать? Больше ничего не надо? Нет. А вот еще где-то. Вот так. Так, стоп. Ага. Так, ну это палки. Есть еще что-то. Вот это следующее мы делаем. Значит, надо сначала палки. Раз палка. Еще. А, все. Одной достаточно. Что дальше? Ага. Ага. Где-то тут должно быть. Ага, все, готово, наконец-то. Окей. Всю дым. Сиденье. Так, это у нас... Это у нас было где-то... Где-то тут. Готово. Ищем. О. Так. Ага. Так, это у нас готово. Тоже готово. Колеса. Вон. Пока одно. Только заднее колесо пока нужно. Только 27% готово. Но много дольше, чем ту машину. Так, окей. Это, я так понимаю, конец. Конец задней части. Раз там вроде бы больше ничего нет. Так, это куда? Ага, это сзади. Так. Ага. Раз. Два. Тебя куда? Тебя куда лепить? Куда тебя лепить? По-моему, сверху показывают. Ага, вот. Все. Что это, куды? Раз. Сейчас вторую засунем. Готово. Дальше. Раз.
Далас. Так это куды? Ага. Нифига себе, какая длинная страница. Да, и вообще сборка его очень захватывающая и длинная. Все готово. А, тут еще и по частям, ни хрена себе. Если там и на скорую руку все сразу, то здесь нифига подобного. Да. Так, тебя куда? Ты куда? Ага, все. Так. Далее что? Готово. С другой стороны. Так, и вроде бы почти завершили. Ага. Так, это что такое? Вот так. А вот так. Вот так. А вот так. Вот так. Вот так. Ага. Ручки. Так, это куда? Это кудым? Ага. Это куды? Ну ладно, давайте пока найдем, для чего это. Ага. А, это тормоз, все готово. О, наконец-то. 75% готово. Это очень хорошо, деталей уже не так много осталось. Это сюдым. Ну, спидометр, ясное дело. А вот сюдым. Сюдым. А вот сюдым. Сюдым. Це куды? Сюдым. 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 Ты куда? А вот сюда, ребятки. Вот сюда, сюды, 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 и последнее. Сейчас. Вот так. Все. Готов для красок и наклеек. Давайте чисто его. Чисто сделаем коричневым. Чисто закрасим полностью. Полностью закрасим его в коричневый. И вот тут зашивить коричневый. Охра. Это охра.
Вау. Что это? Разрешить. Давай же разрешить. Алло. Пошли в атаку тогда. О, ну, вот такая вот игра. Ну что ж, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Пока-пока.